Пациенты Ульяновского областного онкологического диспансера теперь смогут пройти обследование на новом компьютерном томографе. На практике проверить оборудование еще не успели. Сейчас аппарат как раз вводит в эксплуатацию. На обновленном томографе можно будет сканировать большее количество срезов за одну секунду. Соответственно, ускорится процесс исследования и улучшится организация диагностики заболевания. Данное оборудование мы планируем использовать для первичных пациентов, то есть тот пациент, который впервые обратился в онкодиспансер. Мы не знаем, что у него, не знаем распространенность заболевания, не знаем, есть ли метастазы или нет. У нас есть современные новые программы, исследования поджелудочной железы, печени. Соответственно, мы используем более сновидение контрастного препарата. И таких пациентов мы будем смотреть именно на этом оборудовании. В отделении рентгенографии также появился новый рентгенодиагностический комплекс. На данном оборудовании уже обследуют пациентов с онкологическими заболеваниями и подозрением на них. Аппарат позволяет в минимальные сроки проводить исследования, что очень важно для тяжело больных пациентов. Теперь снимок не нужно проявлять в лаборатории. В цифровом формате он сразу же попадает к лечащему врачу. Современный аппарат удобен в эксплуатации, имеет полностью моторизированный механизм перемещения, что предполагает управление движениями аппарата из пультовой при проведении исследований в различных плоскостях и проекциях без изменения положения тела пациента. Всего в 2021 году учреждения закупили и установили 5 единиц оборудования на 164 миллиона рублей. Продолжат обновление и в следующем году. Уже составлен список необходимого оборудования. Появление современных машин сократит очередь на обследование и ускорит назначение лечения пациентов. Также позволит своевременно оказывать высокотехнологичную медпомощь и, как следствие, снизить смертность от онкопатологий. За 2019, 2020 и 2021 годы получено 134 единиц оборудования на сумму 798 миллионов рублей. На следующий год у нас в планах есть приобретение 12 единиц техники на сумму 169 миллионов рублей. Это позволяет в целом на качественно новый уровень вывести диагностику заболеваний, а следовательно и лечебную помощь онкологическим больным. Напомним, что в регионе продолжается модернизация онкологической службы. Реализация нацпроекта «Здравоохранение» уже позволила снизить смертность от злокачественных новообразований в Ульяновской области на 5%. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.